Телеканал КРТ представляє. Я так розумію, що після того, як от зараз вступлять в законну силу ці зміни, десь до виборів в нас скоротиться в відсотків 10 лікарень. Пусть одразу почнуть. А після виборів ще процентів 20-25. Да? Є то так? Ну, то фактично це 30% лікарень, які у нас в Україні зараз працюють, вони перестануть існувати. Проблема в тому, що вже є опит. У нас є пілотний проєкт в Полтаві, фінансування по такому механізму, який реалізовувався з 1 апреля минулого року до кінця. Пілот показав, що виживуть обласні, міські і некоторые районные больницы. Все малонагруженные, мелкие больницы, они не выживают в этих условиях. А до чего это призведе в плане населения? Мы же понимаем, что наша украинская медицина не такими семимильными шагами йде у світле майбутнє. Все ж таки, вони необхідні, ці лікарні, для того, щоб надавати допомогу людям. Якщо їх не буде, фактично люди... Людям буде значно важче отримувати ці медичні послуги, і це призведе просто до зменшення середнього віку населення в Україні. І я правильно логіку будую? Ми так третя країна в світі з кінця по смертності. У нас і так громадна смертність, у нас і так ми дуже різко вступаємо по середній продовжительності життя навіть Росії. У нас и так громаднейшие проблемы со здравоохранением. Проблема в том, что здравоохранение, вот если такая концепция будет реализовываться, останется только в крупных городах. Тут же ж не вопрос вообще общей системы. Да? Тут вопрос в том, как выживет село, как выживет здравоохранение в отдаленных районах. И мы увидим, что целые районы окажутся без доступа к медицинской услуге. Ну, доступ у нас в медицинской услуге бывает двух, физический и экономический. То есть экономический доступ, когда можно заплатить, когда пациент может заплатить или за него могут заплатить за оказание услуги, физически где-то эту услугу надо получить. Ну, если у вас сети не будет, вы просто физически не сможете получить услугу. У вас физически не сможете получить услугу, у вас не будет работать экстренная помощь, у вас будет только первичка. Тобто сімейні врачі... Ви як експерт, як можете охарактеризувати цю медицинську реформу? Ну, розумієте, ця медицинська реформа робиться без ресурсів. І без цілі, зрозумілої. Чому? Ні, чому? Це, наприклад, для мене, вони ж розуміють, що скільки людей залишиться без медицинської допомоги. Тобто вони фактично свідомо йдуть на це, для того, щоб ці люди не отримали цю допомогу. Ситуація в тому, що необхідно просто скоротити соціальні обов'язки держави. Для того, щоб государство функционировало в той парадигме, которая в настоящее время навязывается властью, ну или... И вот все, никого не интересует, как будет обслуживаться население. Население ждут семейного врача, и будешь ты вот получать консультации и закроют тебе основные случаи. Тяжелые болезни, ну что поделаешь, значит, заболел, все. Доктор это твои сказал, проблемы. Сказал морг, значит морг. Это твои проблемы. Ну как сейчас, если тяжелое заболевание, люди продают квартиры, люди отдают последние деньги, у людей нет возможности оплачивать лечение. И два варианта, да, или банкротство домохозяйства, или же ты просто не лечишься. Ведь главная проблема в том, что люди не получают лечение. И на самом деле это проблема для страны. Это проблема, что у нас отсутствует рабочая сила. Это проблема, что у нас миграция трудовая, люди уезжают из этой страны. Один из главных элементов, когда люди привлекают в страну, это хорошее здравоохранение. Особенно в современном мире. Ведь современный мир – это инновационный мир. Да? Это мир креативных профессий. Рост ВВП только за счет сейчас инноваций и креатива. Скажите, пожалуйста, человек креативной профессии останется жить в стране, в которой нет здравоохранения? Ему надо безопасность. Он сам себе несет, да? Он сам свой источник заработка. У него голова зарабатывает. Ему нужна безопасность, ему нужно хорошее здравоохранение, хорошая экология. Угу. И тогда он живет в этой стране. Если нет, человек просто собирается
уезжает жить на Кипр, уезжает жить в Испанию. Ему все равно, он человек мира, он работает на Google, например. Вы понимаете, что мы, весь наш креативный класс, вот этим отсутствием здравоохранения, они просто разбегутся. Самое ужасное, даже не это, у нас разбегутся врачи. Потому что сейчас, вот в год, где-то около 7-8 тысяч врачей покидают нашу страну, уезжают на заработки. Угу. Вообще здравоохранение... А их то есть заменяет? Нет, у нас уже сейчас 30-35% врачей – это пенсионный возраст. То есть это люди. Из там вот 180 тысяч врачей, которые работают в нашей системе, где-то 35% – это пенсионеры. То есть у нас получается около 6-7 тысяч уходят из системы по возрасту, и около 7 тысяч эмигрируют. То есть вот почти 10% каждый год ну, мы теряем. Молоді кадри, які вже після учбових закладів, вони фактично якимось чином вже заміняють цих людей чи ні? Нет. Проблема в том, что то, что готовят наши институты медицинские, они уже практически все законтрактованы нашими западными соседями. Полные выпуски мединститутов. Тобто це як? Ну как, с третьего курса хедхантеры начинают обрабатывать людей. И уже к пятому курсу до 100% выпусков полностью уже законтрактованы на Запад. Для того, чтобы... Вы же поймите, что какая ситуация в Европе. Вот у нас есть Европа. Да, наш сосед. В Европе средний возраст уже, продолжительность жизни средняя за 80 уходит. Угу. Что такое за 80 уходит? Это значит, больше людей болеет. Да? Больше стариков, старики больше болеют, нужно больше врачей. Франция, Великобритания. Гигантский недостаток врачей. Откуда они берут врачей? С Восточной Европы. Откуда берет врачей Восточная Европа? Мы, Россия. Все. Для того, чтобы сейчас устроиться в Польше врачом, не надо ни знать языка, не надо подтверждать диплом. Просто обычный врач, украинский так, врач, я чувствую. Приходит, показывает диплом, получает курсы языковые, сразу же работает, языковые курсы, и рабочую визу, и право жить, и жительство. Понимаете? Все, они упростили максимально. 1,5-2 тысячи зарплат. 6-7 тысяч зарплат у нас. Ну, скажите. 6-7 – это не умовных одиниц. Да, а там 1,5 тысячи, естественно, долларов. Вот вам, вот ситуация. Можно ли удержать наши кадры? Нельзя. Ну, такие ситуации, звісно, неможливо. А еще вторая ситуация есть. Даже сейчас уже из маленьких больниц город начинает высасывать кадры. Вот, например, если вы спросите по состоянию даже медсестринских кадров в больницах Козелецкий район, Бобровицкий район, Черниговской области, они все уже едут в Киев работать. Они не приезжают в Киев жить. Ну, 60-70 километров на маршрутке. Я так разумею, с Киева едут за кордон, а с сил едут на Киев. Естественно. Вот, то есть мы вообще вычищаем по медицинским кадрам, вот любой мегаполис нас сейчас вычищать будет вот все окружающее. Потому что там работы не будет, там будет зарплата минимальная, город еще будет в себе собирать случаи, пациентов, а оплата будет за пациентов. И, естественно, медперсонал. И у нас реально разваливается вот единая система здравоохранения, сеть оказания специализированной медицинской помощи, она действительно разваливается.